Раз, два. Добрый вечер. Сегодня особенный концерт, но я хочу сказать, что мы сейчас поиграем, а потом будем общаться. Так принято. Thank you.
Спасибо. Молодец. Сегодня у нас небольшая программа, но такая насыщенная будет. Пьесы разные. Вот это, например, это весь 10 лет, наверное. И будет еще следующая, тоже она такая достаточно старенькая. Будут композиции из последнего альбома, который вы можете приобрести в баре. И будут композиции совсем новые, которые будут скоро записаны на новом альбоме. Поэтому ну, достаточно все интересно. Да, вот мы продолжим. Следующая композиция называется Cool Winds. Все, на самом деле, эта композиция, например, навеяла мне погода питерская, такая холодный ветер. Хочется быстрее домой писать песни. Первая композиция «Спираль» называлась. Ну, это тоже так образно, мне кажется. 7/8 это такая спираль, она не заканчивается, и я подумал, что, наверное, это актуально. 7/8 Так что мы продолжаем. Thank you.
числа. Немного расскажу про группу. На самом деле, изначально это было трио. И потом в процессе все приобрело такой импровизационный оттенок. То есть собираются музыканты, которые очень любят импровизацию. Потому что, ну, я считаю, это, наверное, самое интересное в джазовой музыке. Ну, вообще, музыканту, который, соответственно, на уровне, ему очень интересно поговорить на инструментах. То есть это своего рода язык. И вот так пообщаться – это просто великое счастье. Поэтому этот проект как раз для этого, чтобы мы собрались и хорошо поиграли, зная при этом багаж есть, слова, то есть музыка – это тоже своего рода язык. Ну, вроде бы вы видите, что все получается. Вот. Это называется резонанс. Да, у него есть тоже резонанс. Очень классный. Вот. Интересный концерт. Почему? Много друзей пришло, неожиданных. Друзья из Нью-Йорка. Друзья старые, друзья, родственники, в общем, просто космос. Я, ну, то есть, мне переполняет эмоции. И хорошо, что так получилось все. Я даже не ожидал, если честно. Так должно было быть. Да, и, ну, мы продолжим. Это композиция из выпущенного альбома, называется «Пропущенный звонок». Ура! We'll be right back.
хочу представить музыкантов. Начну с клавишника Олега Белова. На самом деле, я постараюсь сказать, что это мои любимые питерские музыканты. Александр Потапов, ударные инструменты. Андрей Фахриев, бас-гитара, маска. Ну, немножко сбавим обороты и сыграем такую мелодию красивую, медленную, которая называется «Опять весна». Сочинена она весной, естественно. Ждал я ее. Вообще зима была в этом году очень длинная в Питере. Мы такие уже, как газ там льет, там то, что-то снег там какой-то. И вот, наконец-то началась погода, и появилась эта композиция. Илья, все композиции твои, что звучали? Да. Но, в общем, продолжим. Thank you.
Следующая композиция, опять же, с альбома, который выпущен был той осенью. Называется «Устремляться по пальцам». Просит что-то сказать. Что, вот я могу сказать, что скоро выйдет новый альбом. И на него уже практически собран материал. Остается только найти время свободное, чтобы записать. Ну все в таком же духе. На грани. Много техники, страсти. Ну, на самом деле, я могу сказать, что в последнее время я слушаю музыкантов, которые играют фьюжн. Как-то вот мне кажется, что они больше думают о технике, чем о музыке. Не хочу никого обидеть, а мы пытаемся все-таки музыку оставить. Будем ее дальше нести в массы. Ну, вот в таком виде. Thank you.
Thank you.
решили поимпровизировать, как говорится, с нуля. Сейчас попробуем сыграть музыку, которую вообще, которой нет пока на свете. Thank you.
Thank you.
она будет на новом альбоме. Называется она Heavy Rain. Браво! Спасибо. Ну, заключительная композиция на сегодня. Называется «Мне это нравится». Это о музыке, в принципе, наверное. Мне нравится играть в такую музыку с прекрасными музыкантами. Андрей Фахриев, бас-гитара. Александр Потанов, барабаны. Олег Белов. Муга. Thank you.
Спасибо, Резонант Прожит. Спасибо. Ну, мы есть ВКонтакте, группа Resonance Project без пробела. Есть телефоны, в общем, если хотите, обменяемся контактами. Будем дружить. Приглашать друг друга в гости, вы нас на концерт, мы вас тоже на концерт. И так далее. Спасибо.